современном мире киберспорт является неотъемлемой частью жизни многих молодых людей. Школьники, студенты и даже вполне взрослые состоявшиеся люди, приходя домой, любят поиграть в танки или сразиться с противниками в Counter-Strike. А для многих это не просто хобби, а работа. Речь идет о профессиональных игроках. Их количество растет с каждым годом, поэтому и развитию киберспорта на государственном уровне уделяют все больше внимания. Актуальные вопросы данной сферы обсудили на совещании по реализации проекта Агентства стратегических инициатив «Кибер-Россия». Игровая индустрия, я веду разговор про киберспорт, является серьезными драйверами цифровой экономики. Никто не сумеет меня переубедить, если захочет, в том, что это по-настоящему креативная индустрия с высокой степенью капитализации. Конечно, здесь есть одна оговорка – при грамотном подходе. Между Ульяновской областью и агентством уже разрабатывается подробный план по дальнейшему сотрудничеству. Проект ОСИ предполагает создание системы подготовки и трудоустройства специалистов в сфере информационных технологий, проведение соревнований и хакатонов в школах и университетах. Тем более за это ратует и сама молодежь. Все свое свободное время провожу почти за играми. И, конечно, хорошо, чтобы это развивалось как в виде спорта, чтобы с этого можно было получать какой-то доход, то есть помимо того, чтобы получать удовольствие, можно было и себя обеспечить этим. 2018 год пройдет в Ульяновске под знаком умных технологий и креативных индустрий. Поэтому планируется увеличить количество мероприятий, направленных на повышение уровня цифровой компетентности граждан. Профориентационная работа должна начинаться чуть ли не с детского садика и продолжаться уже на протяжении всей жизни. И даже люди более старшего поколения для того, чтобы жить в цифровой экономике, жить в умном регионе, они должны понимать все моменты, связанные с интернетом, с технологиями именно информационно-коммуникационными. Ульяновский госуниверситет, Центр кластерного развития и компания «Кибервосток» подписали специальное соглашение, в рамках которого профориентационных мероприятий для детей, подростков и студентов Ульяновска станет гораздо больше. Анна Тищенко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.